Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня хочу готовить вкусняшку, а именно я хочу готовить рис с морепродуктами. Для этого что мне понадобится? Ну, непосредственно рис, грибы, шампиньоны, большая луковица, маленькая морковочка, ну, скажем, головочка чеснока, соевый соус, растительное масло, перчики вот эти вот. И, соответственно, конечно, ассорти морское. Здесь у меня и кальмары, и крабовые палочки. Здесь все перечислено, и креветки, и мидии. В общем, такое большое ассорти. Здесь кило 200-230. Это все замороженное. Вот, Seafood Mixla написано. Я, в общем, буду готовить рис. Что для начала? Для начала я выложу эти в чашку, чтобы они немножечко чуть-чуть подтаяли. И подготовлю овощи. Мелко-мелко их покрошу. Ну нет, допустим, морковку и лук мелко я покрошу. Я взяла специально цветной лук. Он неплохо смотрится с этими, с морепродуктами. Вот. А грибы можно и не так мелко. И сразу поставлю вариться рис. Ну, наверное, я возьму... Сейчас вам покажу. Вот таких вот два больших стакана. И залью их двумя с половиной... Так, нет, подождите, один же к двум. Четырьмя стаканами воды. И поставлю, добавлю растительного масла ложек 5 и поставлю вариться рис, чтобы получился рассыпчатый. А тем временем займусь нашими овощами и морепродуктами. Ну что, ребят, поехали. Так, друзья, покрошила мелко лучок, мелко морковочку. Кстати, грибы не очень мелко крошила. Я хочу, чтобы они чувствовались. Вот, и промыла наши морепродукты, дала им стечь в дуршлаке. Приступаем к обжарке. Я буду обжаривать на двух сковородах. В одной большом сотейнике я буду обжаривать морепродукты. Вот, и отдельно буду обжаривать овощи. И грибы. Почему буду по отдельности для начала? Потому что морепродукты могут дать сок. А нам не надо, чтобы тушились овощи. Поэтому ставлю две сковороды и начинаю обжарку. В сковороду я налила немножко масла. И высыпаю наш лучок. И сразу же высыпаю нашу морковочку. И сразу высыпаю наши грибочки одновременно. И начинаю обжарку, помешивая. Можно немножечко подсолить. Чуток сразу подсолю. Вот. Немного, потому что у нас будет добавляться соевый соус. Самое главное не переборщить. И помешивая, обжариваем до слабо золотистой корочки. Как я и говорила, друзья, морепродукты дали сок. Я тоже налила растительного масла и вот положила. Морепродукты на более сильном огне обжариваю. Вот, немножечко будем ждать, пока выкипит сок у нас. И, а здесь уже помешиваем. Но еще до золотистой корочки у нас не образовалось. Жарим все параллельно. Рис у меня уже готов. Теперь смотрите, друзья, смотрите сами, как вы любите крупные морепродукты, мелкие. Можно было подкрошить, но я решила оставить так. Мне вот нравится, чтоб взял и чувствовал, что это вот у тебя или кальмар, или крабовые палочки. В общем, обжариваем. Ребят, в конце жарки добавляю туда чеснок. И уже там обжариваю до готовности еще 1-2 минутки.
чеснок охватился чуть-чуть. А здесь у меня уже водичка вовсю кипит. Уже сейчас она выпаривается, и все, наши креветки будут готовы. Ну, наш морской коктейльчик будет готов. Теперь в наши креветки мы добавляем наш отварной рис и овощи. Все вместе мы перемешиваем тщательно-тщательно. В этот момент добавляем перчик, соевый соус, чуть-чуть грамульку. Перемешиваем, и блюдо наше практически будет готово. Рис немного я уже перемешала, и вот в этот момент я чуть-чуть добавляю соевый соус, совсем немножко. Морепродукты я когда обжаривала, я не солила. Вот. И в этот же момент я добавляю немного черного перца молотого. Для чисто так, чисто символически, для запаха, для аромата. Если вы хотите острое, можете добавить, но это как бы на любителя. Вот, добавляем перец, перемешиваем, и блюдо наше готово. Друзья, посмотрите, какая получилась вкуснота. Вкуснотища неимоверная, запах на весь дом идет. Очень, очень вкусное блюдо получается. Я просто его обожаю. Рис с морепродуктами. Ну вот так вот. Если вам понравилось видео и не жалко, поставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписался. И до скорых встреч. Пока-пока.